Поставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доня, а также Димка. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Перетягивание каната». Здарова всем, ребята! Итак, друзья, сегодня у нас с Диманом перетягивание каната в GTA 5. И сегодня у нас есть огромная подборка разных прикольных тачек. У нас сегодня здесь есть разные электротачки, разные спорткары, суперкары, есть разные даже лимузины, джипы, есть даже разные тачки президента. Короче, разные вообще машины абсолютно. И сегодня мы их испытаем на перетягивание каната. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на каналы, это очень важно. Итак, бро, по самое начало, у нас есть две тачки, это это Volvo, то есть Polestar и Rolls-Royce, да. Что будешь брать? Бери одно из двух. Что ты хочешь? Да, ты просто бери все, что угодно, тебе разрешаю. Да, ты берешь себе Rolls-Royce. Я беру себе, ребят, в таком случае Polestar, такую вот тачку. И сейчас мы паркуемся, получается, попа к попе. Лекарство. Ну да, давай. Есть такое. Таким вот образом. И сейчас, ребята, мы подцепим тачки канатом. Итак, мы берем наш пистолет, цепляем раз, цепляем два. Все очень просто. И мы должны перетянуть соперника на счет три. Готов, бро, скажи, пожалуйста. Да. Давай, отсчет, и мы стартуем. 1, 2, 3. Погнали и... Ой-о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 й. Нет. Да, тяжеловато, но да, взял. Rolls-Royce потащил, ребята. Rolls-Royce потащил в первом же раунде. Ладно, это было неплохо. И мы идем дальше, впереди у нас раунд номер 2. Теперь я беру себе такую прикольненькую BMW. Она на каких-то развалах. Она дрифт. Это дрифт, блин, это же будет больно, наверное, скорее всего. Давай проверим. Ну, я не знаю, ребят, вот это я, честно говоря, у меня есть Патрик сидит, прикинь, Патрик. На сиденье, вон, реально. Прикол. Так, цепляем раз, цепляем два, все, ребята, Rolls-Royce и BMW, как говорится, скреплены узами веревки. Давай, бро, отсчет. 1, 2, 3, полетели. Да, и не. Ну, короче, дрифт. Да, поэтому это было, ребята, предсказуемо. Ладно, мы идем дальше. Впереди у нас, ребят, такая вот Audi. Audi, по идее, это интересный экземпляр. Я на него, ребята, очень рассчитываю. По идее, полноприводная тачка. И, ну, пора бы уже как-то баллы зарабатывать. Поэтому паркуемся мы вот так вот. И надеюсь, что она не очень-то легкая, потому что, ну, все-таки рост тяжелый очень. Окей, мы, в принципе, уже готовы, давай на счет 3. 1, 2, 3. Да. Вот это другое дело. Полный привод, ребята, зарешал. И Audi здесь балл мне-то приносит. Отличненько, это мне очень нравится. 1 балл в мою пользу есть в этом, ребята, шоу за сегодня. А сейчас у Димана лимузин. Это, конечно, жесткий конкурент. Сейчас проверим, да. Ламборгини лимузин, ребята, это, конечно, жестко. Самое главное, что и то, это Volkswagen. Давай отсчет. 1, 2, 3, полетели! Ого, я стал на дыбы! Чё? Газну? Не-не-не, я еще ускоряюсь. Офигеть! Вот это неожиданно, ребята, но мне очень понравилось. А сейчас начинается такая тяжелая артиллерия, я бы сказал, да? У тебя это какой-то огромный... мало что сделает. Форд. Ну, слушай, не знаю, сейчас посмотрим. Давай опять-таки отсчет, на счет 3 мы стартуем. Ага, 1, 2, 3, полетели. Ну смотри, тяжелее, мать, но вытаскивает. Я как-то в сторону аж поехал, но вот вытащил. Да. Обалдеть, ребята, вот такая вот Audi, да, которая вытаскивает пока одну тачку за другую. Это пока мне очень нравится. А сейчас у Димана... У тебя, по идее, очень прикольненький сейчас Raptor. О, не Raptor, а TRX. О, он возьмет. А, это вообще крутая тачка, реально. Цепляем раз, цепляем два. Ребят, ну что же, вот против нее будет очень тяжело. И давай, Димон, отсчет. 1, 2, 3. Да ну, офигеть, ты изи так-то. Тут вообще вопросов нету. Да ну нафиг, это что такое было сейчас? Это реально было очень просто для Димона, и даже я, малеха, такого не ожидал. Но ладно, сейчас попытаемся как-то отыграться, что с моими флажками давай, с ума сходит. Ну,
Блин, ну, конечно, здесь, Колян, по идее, прикольный, но что-то я в него особо, ребята, не верю. Ну, честное слово, раз, два, цепляем, все. Но, кажется, это будет изи для тебя катка, поэтому давай отсчет. Давай проверим. Один, два, три, полетели. Изи, изи, пизи вообще, не-не-не. Да, даже слушай, не напрягался. Давай мы сделаем так. Сейчас я беру две тачки. Если сейчас две тачки проигрывают, то ты ее пока отставишь. Давай. И да, испытаем ее уже потом. Потому что такое чувство, что, ребята, у Димона прямо имбовая тачка попалась. Потому что вроде бы она уже была у нас как-то в одном видосе по перетягиванию. У меня здесь, по идее, тоже неплохая BMW i8. Цепляем рамы, цепляем i8. Ну, в принципе, мы готовы. Да, такой вот у нас раунд намечается. Давай отсчет. Один, два, три. Ну, тяжело было сначала, а потом изи цепанулся и поехал. Короче, да. Ребята, последний раунд, да, посмотрим, как бы, пикап такой, да, против димоновской тачки. Если Димка побеждает, то он пока свою тачку отставляет на более сложных соперников. Окей, мы готовы, да. У тебя рам, у меня это, ребята, Форд. Такой вот прикольненький. Окей, мы готовы к нашему перетягиванию каната. Ну, слушай, если не он, то я не знаю кто, ну, правда. Ну хорошо. Правда, проверим. Не знаю, поэтому. Так, я уже почти готов. И давай отсчет. Один, два, три. Да ладно. На месте стоим. Красиво. И поехал, нет. Красиво. А шансы-то какие были четкие, ребята. Вот тебе и на. Да, ребята, это очень крутой форт. Пока оставь его в стороне. И у тебя есть выбор. Взять одну из двух машин. Либо вот эту тачку, да, спортивную. Либо додж. Давай вот это возьму. Давай, давай. У нас здесь три доджа потом, как бы, прикольно. Причем они все разные. Ну, типа одинаковые, но разные. О, у меня... Дрифт тоже, по идее. Ну ладно, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Я хрен зачем, у меня по зацепу, она вообще электрическая. Реально? Но сейчас посмотрим, потому что у меня тоже есть некие проблемки. Цепляем раз, цепляем два. Окей, мы готовы. И давай отсчет. Кстати, а напиши в комментариях, как часто ты играешь в мобильные игры. Вот лично я частенько зависаю в телефоне. И совсем недавно я нашел очень классную игру под названием One State. Это игра про открытый мир, где ты сам решаешь, кем тебе быть. Тачки, дома, стань полицейским или же бандитом. Все зависит только от тебя. А еще здесь можно собраться с друзьями и поднять на уши целый сервер. Прокачай свою тачку и устрой уличные гонки с другими людьми. Узнай, у кого тачка круче. А еще в игре есть очень интересная квестовая линия. Она реально затягивает. Скачать One State можно по ссылке из описания к этому видео. И не забывай вводить мой промокодик, который даст деньги для быстрого старта на One State. Раз, два, три. Полетели. О-о-о-о! Чего? Офигеть! Офигеть, ну это было неожиданно, но прикольно, самое главное, поэтому это балл мой. Это балл мой в этом раунде. Окей, у тебя сейчас опять-таки додж против доджа. У тебя это, по идее, какой-то полицейский, да? По идее, полицейский. Да. Еще и на оффроуд колесах и с кенгурятником. Цепляем раз, цепляем два. Окей, мы готовы, ребята, к нашему очередному перетягиванию каната. И давай отсчет. Раз, два, три. Полетели. Да ну, ты оказался лучше. Да, ребята, додж Димки оказался лучше. Ладно, идем дальше. Я берусь, себе, получается, опять-таки додж, но уже последняя конфигурация за сегодня этого доджа вроде как, да. Но он, по идее, слушай, мощненький, по идее, мощный. Поэтому сейчас проверим его, сейчас узнаем, кто кого. Так, паркуемся мы вот так вот. Так, мы готовы, цепляем раз, цепляем два. И додж против доджа. Давай отсчет. Раз, два, три. Полетели. Да не, что-то прямо вообще. Какой-то у тебя, что рам-трик, что додж. Дисбалансные тачки оказываются. Слушай, реально. Отличные тачки, просто дисбаланс. Так, ладно, время для, ребята, реально тяжелой артиллерии вроде как. Или я ошибаюсь? Даже не знаю. Ну, сейчас проверим. По идее, быстрая тачка, но я не уверен в этом. Поэтому паркуемся мы вот так вот. И, ребята, время устроить перетягивание здесь и сейчас. Цепляем раз, цепляем два. Все, мы готовы. Мы готовы, и давай отсчет. Раз, два, три. Полетели.
Не, вообще изи. Вообще изи. Да, ты что творишь? Давай мы с тобой кое-что сделаем. Короче, это битва не за бал, а за интерес. Короче, не, рам... я не перетащу его. Давай. Думаешь, не перетащишь, но... Я уверен. Ну, ладненько, давай оставим на потом, хорошо, договорились. А, окей, давайте мы сейчас, короче... вот это, скорее всего, я думаю, что шанс-то имеет. Это у нас получается, что... Ну, по идее, обалденный. По идее, очень крутой лансер. Ага. Реально, поэтому его испытать, сейчас. Ребята, разумеется, нужно. Паркуемся мы вот так вот, и, в принципе, мы готовы. Цепляем сейчас раз, цепляем два. Что? Что было? Не знаю. Не знаю. Так, окей, давай счет. Раз, два, три. Что? Что с ней? Что? Что это? Подожди, давай. Так, давай паркуйся еще раз, что было очень страшно, непонятно, честно говоря, поэтому... Давай. Это либо тачка багнутая, либо что? Так, цепляем раз, цепляем два. Вроде как сейчас более-менее цепанулось без бага. Окей. Давай отсчет. Раз, два, три. Не, все равно, да? Да что? Да. Понятно. Ну, слушай, я не знаю, даже учитывая баг, перетянул я, но я думаю, давай мы, наверное, что сделаем? Давай, наверное, так мы сделаем. Если опять-таки будет баговаться сейчас, то будем убирать лансер, потому что баги нам не нужны. Баги нам особо не нужны, но сейчас, ребята, короче, посмотрим. Так, я запарковался так, давай ко мне тоже паркуйся около меня. Окей, гелик, гелик старенький наш, уже которому лет много. И, ребята, разумеется, что лансер, давай отсчет. Раз, два, три. Да, багуется, да? Что? Что? Ты меня перетянул? По-моему, ты ничего не можешь сделать вообще. Вообще? А это что такое за гелик? Это что? Это обычный гелик? 65, да? А, не 63. А как это? А как это так возможно? Я не ожидал, такого не ожидал. Вообще изи поехал, даже проблем не испытал. Ладно, братан, ты же понимаешь, что сегодня я не один. У меня сегодня мои друзья. Да. Амангусы. У меня сегодня импостеры, поэтому амангусы. Слушай, у нас с тобой две розовые тачки, короче, ты понимаешь. Поэтому это будет битва. Ну, не, ничего ты не сделаешь этому гелику, прости, говорится. Да, ну сейчас посмотрим. Сейчас, ребята, разумеется, проверим, давай отсчет. Раз, два, три. Не, нормально, отлично, хорошо. Сейчас будет камеры 3.5. Бал мой, ребята, камеры 3.5. Да, именно так. Окей, сейчас посмотрим, что там у тебя такое. Давай, кати сюда с своей этой камрюхи. Ты где? Ты летишь на ней? Вот здесь я. Ага, какая она вся прям неоновая, капец. Я подстроился. А что написано? Энди? Энди, окей. Ладненько, мы в принципе готовы. И это получается Астон Мартин и Камри. Джилли против Камри, давай отсчет. 1, 2, 3. Чего? Ого. О! Да ну! Да айс ну! Отпустить? Айс попробовать газнуть? Не, все. Офигеть! 3-5 решает, 3-5 офигеть, тема. Офигеть, да ну! Понял, да? Вот это было неожиданно, но это было прикольно. Ладно, время для Драгстера, ребята, время для Драгстера такого прикольного. Сейчас посмотрим. Будет сильно. Слушай, по идее, мощь, по идее, есть у него, поэтому проверим сейчас. Сейчас посмотрим. Так, значит, цепляем раз, цепляем два. Окей, мы готовы. И давай, Димон, отсчет. 1, 2, 3. Полетели. Нормально, ну, да, нормально, отлично, Драгстер перетянула. А, это кайф. Окей, опять-таки очередной Драгстер у Димки, да? Офигенно. Это у тебя, по идее, слушает Магнум, да? Не Магнум, а как он? Нова, да. Окей, мы готовы, Нова. И, по идее, у меня это Камара Z28, что ли, даже не знаю. Давай отсчет. Раз, два, три. Изи вообще оказалось. Бро, у тебя там последняя тачка на сегодня. Последняя, это Мерседес. Потом очень мы жирный. Сравним самую быструю, самую лучшую из этих двух тачек вон с тем, ребята, Рамом Трикс. Потом цепляем раз, цепляем два. Ну что же, это будет интересно. Ты на анаболиках? Давай отсчет. Да. 1, 2, 3. Это не помогает вообще.
Вообще ладно. Никак, я потащил. Химия отлично. Понял. Ну, среди обычных тачек у меня самая лучшая сегодня машина, это, ребята, Камара. Но время сравнить его с Ram TRX. Ram TRX, конечно, ребята, это прямо, ну, зло. Прямо зло-зло да. Полноценное, поэтому раз-два цепляем. Ну что же, посмотрим, кто кого. А мы начинаем. Давай-ка. Буквально через пару секунд. Давай отсчет. Стартуем. 1, 2, 3. Не, Ram самая лучшая тачка, конечно, в этом, ребята, в этой подборке. Ну ладненько, да, мы с тобой сделаем, я думаю, что еще буквально один рандомный раунд. Давай. Ты куда? Ты куда? Так, удаляем тачки, Ram самая лучшая. Да, делай по три, то есть и ты, и я делаем по три рандомные, используем мы все, что захотим. Но GTA-шные по желанию. Первая, вторая. У меня нет GTA-шных. Третья, о. Ну, у меня такая выпала прикольная. Так, значит... это сильно будет. Это удаляем. Итак, значит, что лучше? Я возьму, ребята, его. Да, это последний раунд рандомный. У нас сейчас Porsche против вот такого, ребята, Мерседеса. Посмотрим, давай, кто проверим. Кого в этом раунде-то перетянет. Но это даже интересно. У меня сверху, короче, какая-то, ну, чисто пантус, знаешь, как в столовых детских вот это вот. Ну, в школе, точнее говоря. Да. Для переноса там чая вот эта вот штука используется. Так, раз, два, все, мы готовы. Porsche против Мерседеса. Давай отсчет. 1, 2, 3. Ну, с трудом, но мой полноприводный, ребята, Мерс зарешал эту катку. Зарешал, да. Да. Друзья, ставьте лайки и не забывайте подписываться на каналы и на Телеграм. Там выходит очень много прикольных моментов из видосов, в том числе очень полезная информация из жизни и об играх, в том числе, где я играю. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Всем удачки и всем пока-пока.